души. Ты однажды возьми и добро просто так соверши. И тогда на морозе щемящем запахнет песной, и тогда на земле станет больше улыбки одной. Добрый вечер! Так повелось в нашей привычной жизни, что мы каждый день приходим на работу, в школу, возвращаемся домой, стремимся к успехам, строим личную жизнь, карьеру, слушаем музыку, смеемся и не замечаем, что где-то рядом есть те, кто очень нуждается в нашей поддержке. И не случайно наш концерт называется «С добром в сердце». Все, что будет происходить на этой сцене, будет исполнено с душой и пониманием ценности благотворительной помощи. И в память светлому человеку, замечательному доктору Железногорскому хоспису Анатолию Васильевичу Стародубцеву.
Thank you.
сейчас находится в этом зале, пришел сюда, чтобы помочь тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. В душе каждого из нас есть частичка душевного добра. Поэтому, оставив все лишние заботы, мы собрались в этом зале. В нашем объединении заложена большая сила сопереживания, милосердия и желания сделать мир счастливее. Недаром народная мудрость гласит: счастье достигает тот, кто стремится сделать других счастливее.
именно с самых малых лет надо учиться быть добрым и милосердным. Мы просим на сцену выйти Виктора Васильевича Стародубцева, директора Центра оперативной помощи офиса имени Василия Зои Стародубцевой. Решение об этом концерте было принято в прошлом году, в декабре месяце. Мы этот концерт готовили с моим братом, главным врачом нашего хосписа Анатолием Васильевичем Стародубцевым. Вот 15 марта Анатолий Васильевич поэтому, наверное, совершенно справедливо осветить наш концерт в светлой памяти Анатолия Васильевича. Он много сделал для тяжелых больных нашего города, много сделал для развития паллиативной помощи в Железногорске. Благодарственное письмо за активное участие в благотворительном концерте с добром в сердце. Выражаем глубокую признательность за организацию и проведение благотворительного мероприятия в пользу тяжело и неизлечимо больных пациентов Железногорского хосписа. Ваша поддержка бесценна. Своей активной жизненной позицией вы пробуждаете в людях доброту, сострадание и чуткость. Благодаря вам концерт прошел на высокой ноте милосердия и вызвал теплый отклик в сердцах железногорцев. Вручается образцово-вокально-эстрадной студии «Берег детства».
восьмая нота. Младшему хору образцово-художественного коллектива вокально-хореографического ансамбля «Сибирята». Карпачеву Павлу Ивановичу, замдиректора класса творчества детей и молодежи города Черноморска. Спасибо всем огромное. Доброта спасет мир.